Здорово всем, ребят! Сегодня у нас на обзоре бой нашего подписчика на гриле 15, а режим Big Boss. Посмотрим, что он здесь начудит. И хочу, пока бой загружается, поблагодарить всех огромное за подписку, лайки, комментарии и, конечно же, за вашу активность на канале. Особенно тех, кто присутствует на стримах, кто донатит и кто не донатит, кто просто вообще участвует во всех активностях канала. Вам всем огромное спасибо. Так, Томас, ну отойди. Томас, давай, давай, давай. Вы все молодцы, я вас всех обожаю, люблю. Ну что, а у нас уже погнал бой. А, ну, забыл сказать, конечно же, ребят, кто еще не подписался и не ставит лайки, это фатальная ошибка, так что вперед. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, и будет все четко. Так, ну что, а у нас наш подписчик на гриле 15, еще и босс, еще и в режиме Big Boss. Ну тут прям вообще красота, тут все слаживается как положено. Итак, погнал он на центр. Что мы имеем? Мы пока никого не имеем и ничто мы не имеем. Так, и заглядываю, заглядываю, и там никого нет. Опа, подъехала Т-95. Сразу черную меточку, черную воронку эту купила, черную дыру. Купила, говорю, поставила. Ой, лох. Вот это сейчас накомментируем. Ну это ужас. Но на косарик прилет был. Все, нет Т-95. Ух ты, и седьмой отъехал, но наш боец юзает вот этот скилл отталкивания, взрыва, да, и сразу исяку откидывает. Ну, спокойно, как по мне, просто спокойно разбор идет ИСа седьмого туда же, в ангар за Т-95. Тут им делать нечего. Е-75 получает на 1180, ребят, 1180. Отлично, еще 905 и пока Е-75. Отлично. Счет 26-25. 6200 уже урона у нашего игрока. И ФВшка не пробила. ФВ не пробил. Еще раз не пробил. Два снаряда не пробивает ФВ-4005 и гриля. Гриля. Ну, это так, вот так где-то гриль. Ну, можно, оказывается, и ИСа не пробить седьмого грилем. Ничего, наш игрок быстро исправляется. И-722 залетает вот так. 221 это отталкивание. О, И-7 начал пробивать. Это уже что-то. Круть-верть, круть-верть. Не, 818 как залетало, так и залетает. Опа, а это кто? Чё так, чё происходит? У-у-у, да тут уже вражин, вы только посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трое было. 1,7 отвалил, и наш союзник успел подскочить. Т-62, Е-75, ай, там крутит, вертит, это вообще, это дурдом. Все, все в черной дыре. Вот это да, вот это месиво. Ну, тут, конечно, запинали. Тут как ни крути, ребят, но запинали. Куда-то умчал. Мимо. Мимо помчал. Так. 17-14 счет, пока месть. Ага, ФВшечка, держи, держи. Фугасенка, фугасенка, зачет. Найс, 911, хорошо. И надо ИСа 7-го. Кипизи, ты что там делаешь? Что ты ИСа не можешь пробить, ты что? Давай, наваливай, есть, хорошо. Так, там чепуха творится какая-то. Опа, тот же Е-75-й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! БК, на, просто с выстрела. Блин, как же я люблю вот эти взрывы БК. Я не знаю, ну вот что-то нравится и все. Это просто по приколу, мне кажется. Просто так тоненький такой выстрел, такой... На! И нет башки. Муа, муа, муа. Это грилетто. Вот так вот, я бы сказал даже. Вот это хорошо покидало ИСа седьмого. Это прям да... Хорошо. Ух, как Е-75 вырывается. Не, ну пацан в движуху ворвался нормально так. Прям огонь вообще. Да ты что? Да ты что? Что происходит? Что происходит? Это что-то нечто. Но пока счет в нашу пользу, кстати, 12-9. Опа-на. Вот, в этот раз ФВ пробивает. Опа, и босс подогнал. Подогнал, говорю, подъехал. А босс у нас на ВЗ-121. Тоже неплохо, в принципе.
Не, ну, наш человек раздает покруче, наш боец жарит так, что даже так гриля не жарит, как жарит наш игрок на гриле. Вот так вот. Кстати, такую чушь могу только я сморозить, ребят. Вы не удивляйтесь этому. Итак, ну что? Да счет 10-2, все, уже можно валить по полной. Ой, ёпт, я даже не глянул, 23683 урона. Все, 24 000. 24 700. Ну что, все? Все, 10-1. Ёпт, вот это покидало. Вот это нормально так покидало. И все. Отлично. Просто отличная победа. Бой такой хороший такой. Очень динамичный. И 25958 урона. Блин, ребят, просто зачет. Присылайте и такие бои, это все пушка. Будем все обозревать, будем обо всем говорить, все комментировать. Еще раз повторюсь, кто подписан, лайкос, вы все молодцы, я вас всех люблю. Кто не подписан, это фатальная ошибка, ребят. Вперед, действуйте.